Но кто поверит, что шофер командира батальона и был заказчиком, который своему начальнику про это не сказал? Ну кто? Ну кто в это может поверить? Но следствие всегда останавливается на безопасной дистанции от заказчика. Значит, этот заказчик настолько необходим нашей стране. Он настолько наш сукин сын. Дмитрию Муратову. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Я не верю, что за 3 года наши европейские сыщики не смогли задержать киллера. Может быть, политического запроса на это не было?